Друзья, всем привет! Маленькое продолжение по трактору. Начал сегодня гидравлику делать. Ну и обо всем поподробнее. И для любителей игрушек времен СССР покажу вот такой вот подгон от друга. МАЗ с полуприцепом. Игрушка выпуска именно советского периода. Вот, может кто помнит. Именно такая решетка радиатора была и фары в бампере. Фары должны были хромированными быть. Позже уже фары квадратные пошли в решетке радиатора. Ну, вот такая вот прикольная штукенция. Думаю, вот такой подгон. Вот такая у нас погодка. На завтра 14 градусов вроде передают. Да, и вот по хозяйству немножко занят был, дровишки ковал. Ну, думаю, на следующий год хватит. Сгура. Ну, этот H66, в принципе, зиловский, он такой самый экмазовский. Так что, принцип одинаковый. Так, здесь клапан перепускной. Ну и вот они, пластины. В принципе, по пластинам все нормально. Ну и что, здесь нужно сальник заменить. Такой вал, подшипник нормальный становится. Ага, вот так вот. Ну, в принципе, здесь относительно нормально, выработки не видно. Посмотрим здесь сальник. Ага. Нужно как-то его достать. Чем-то надо. Так, вот таким образом сальник заперли. Каналки. Думаю, не выскочит. Так, все крутится. Все здесь нормально.
стеночка вылетела одна. Ну и вот он. Так, здесь еще пока что. Отлаживаем. Итак, вот это отверстие буду сверлить, наверное. Что у меня там есть? Пятерка или 5,5. Ну вот отверстие. И сейчас стружку эту смою. И буду собирать дальше насос. Продолжаю собирать. В принципе, этот клапан без надобности, но уже до комплекта соберу. Вот насос готов. Не заедает, все скручено. Здесь сделаю уход масла штуцер, а это просто крышку, как я говорил, заглушу. Ну и останется крепление сделать с натяжником к двигателю. Навернулась болгарка моя, поэтому пока что нужно заняться ее ремонтом. Шестерню отломала. Так что опять будет задержка со сборкой трактора. Распределитель рабочий, но нужно поменять ремкомплект. Купил вот такой вот. Сейчас поменяю, потому что подтекало под рычаги масло. Понятно, здесь выработка есть немного, но заменить нечем. Заодно переверну рычагами в другую сторону. Так.
установил распределитель. Так, отойду дальше. Ну вот, в районе седла под правую руку. От сзади трактора нормальный доступ. Если что, к клапану там шланги поменять доступно. Ну и есть возможность трехсекционный установить распределитель. Ну а здесь с рычагами еще не определился. Поставлю сразу рычаг. Ну, рычаги. Может длинное, а может чуть другое место перенесу и через эти тяги МТЗовские сделаю. Ну и здесь потом вход, выход переделать и подсоединить гидроцилиндру. Гидроцилиндр, он в принципе недалеко стоит. Так что, так, это рычаг включения ВОМа, вала отбора мощности. Здесь рычаги гидравлики будут. Не знаю, может еще вот ручной газ куда-нибудь сюда, под эту руку, придумаю, посмотрю. И рычаг стояночного тормоза, наверное, тоже здесь куда-то поставлю. Ну и на сегодня все. Всем огромное спасибо за просмотры. Оставляйте свое мнение в комментариях. Всем удачи и до новых встреч.